Здравствуйте. Ну вот так вот. Здравствуйте. Вот Николай Кузин, у меня в гостях, в Габулете, модератор группы Ачхамури. Вот пойдем на пляж, сходим сейчас. Вот место красивое. Сегодня с утра еще штурма не было, а сейчас видишь, какой штурм разыгрался. Сколько лет я живу, редко попадаю в такие моменты, что вот... Вот набережная светится, красиво. Солнце зашло только. Батуми видно, да, впереди? Ну-ка. Снимаю в дорогу, как едет. Набережная. Газануть, может быть? Сейчас будут рестораны и налево мы поворачиваем. А, знаю. Только медленно, то там выскочит кто-нибудь сейчас. Сейчас налево. Ага. Новый дом культуры. Круг один, наверное. Где мы здесь, наверное, припаркуемся? Вот здесь, да, в любом. Ну вот мы в центре. Вот и в центре Кабулете. Кабулете. Это площадь центральная здесь. Изменилась. Бывший телеграф. Музыка там играет, там балдеет на набережной.